Сегодня мы приготовим ириски с бананом. В чашу миксера мы собираем сливки, глюкозный сироп, сахар. Устанавливаем температуру и начинаем перемешивать. Для пюре мы измельчаем банан блендером вот такого состояния. Увариваем до температуры 110 градусов. Затем мы вводим сливочное масло и пюре банана. Чаша миксера большая, поэтому можно варить не одну партию рисок. У вас получится несколько замесов. А здесь один замес. Температура поднимается. Измеряем термометром, а затем переливаем в рамку, которая у вас есть, застелена пергаментом. Оставляем остывать при комнатной температуре около 2 часов. Как только она остынет, можно нарезать. Ириска получается плотная. При нарезании используем острый нож. Нарезаем вначале на полосочки 1,5 сантиметра, а затем прямоугольник 4 сантиметра. По желанию можно упаковать пергамент. Или так оставить для того, чтобы можно было пить с вкусным чаем. Приятного аппетита!